Так, всем снова привет, с вами Евгений Иванов. Мы продолжаем играть рандомные матчи по сети. Вы на The Melon Ghost Striker 2013. Ну, как бы... О, походу я играю против того, кто пытался сегодня дважды Диму одолеть. Ну, ник такой же у него, насколько я помню. Но если он от Димы сбежал от меня, он и подавно, от одного моего вида. Он не сбежит, потому что у меня не включена запись на мою физиономию. Так, ну что, посмотрим, что к чему и почему. Ну, я надеюсь, что мы посмотрим, что к чему и почему. Воу-воу-воу, играй, играй полегче. Ну давай, бей Цуруги. Мы тебя рады встречать будем. Не знаю, на что он рассчитывает. Как он с Цуруги собирается мне забить против Энда. Но я на это посмотрю непременно. Ну, видать, новичок какой-то играет, я не знаю. Шински, ты можешь уже отменять Миксимакс. Ой, не Миксимакс, а это. Защиту. Можно отменить? О, отлично, я смог отменить защиту. У меня молния появилась, радость какая. Счастье полный эндо. Но, к сожалению, это неправда. Потому что эндо не полный. Вот и все дела. Так, ладно. Ничего, ничего. Я подожду. А, здесь эндо против Тенме. Но это... Ну, это ладно. Так. Что-то там произошло, я не знаю, что это было. Где-то сверху или с какого-то краю галактики что-то прям на голову в эмулятор прилетело. О! Насчет Тенмы. У нас же есть кое-кто, кто сам сюда пришел. Правда, я не знаю насчет Энда, он тут или нет. Я не буду делать цепь. Потому что если Энда здесь, то зря только сделаю, наверное. А Энда здесь не было. Однако. Ну ладно, окей. Не было, так не было. Зря не сделал цепь. О, спасибо. О, не за что. Я тоже могу ярость включить, прикинь. О, Таю есть. У нас есть товарищ Тая. Мне на мини-карту сейчас неохота просто смотреть. Ой, не зря, не зря. Да можно было, наверное, рукой Бога, но мы еще ни одного гола не забили, так что не надо. Все, теперь можно. Вот так. Вот такая западня. Не будет счета чейна, а зато и наба потусит. Как твой хит. Кстати, насчет того, что счета чейна не будет. Есть же Занарк. А это кто там на воротах? Сенгуджи, да. Так что, возможно, мистер, я ваш
я великий. Ой, бай. Да чё не сработал удар? Вроде все правильно нажимал. А не сработал. Два раза. Что-то невезучий я какой-то сегодня. Все матчи выигрываю почему-то. Которые доигрываются до конца. Ну, раз так. Я все имею против. Абсолютно все. Звучит, конечно, некрасиво, но мне пофиг. Да, подходи, дорогой. Рады тебя видеть будем. Может, хотя бы здесь цепь удастся какая-нибудь, а? Вот Хирота у нас есть. Все еще. Может, цепь с Хирота удастся. Главное, чтобы не передумал. Ударить поворотом. Вместе с Тенной. Блин, все, уже поздно. Уже передумал. А если поздно, это плохо. Значит, снова надежда на Инабу. О, смогли первый гол забить зато. Это хорошо. Посмотрим, после какого гола он сдастся властям. При игре с Димой он быстро сдался, я помню. Да, на ярости. Да пожалуйста. Только быстрее давай. Во. Вот они, доспехи. Какие успехи, если это доспехи. Эндос молнии зато. Я счастлив, что Эндос молнии, да. Чувак, будь другом, подари мне тоже 50 очков. Ну, не Гриффиндору, конечно. Я не из этих. Не из гриффиндоровцев я имел в виду. А вы что подумали? Вы даже не думайте то, что вы думали. Крестовина – это просто лучшее достижение. Изобретение, точнее сказать. Да, изобретение человечества лучшее – это крестовина. Запомните эти слова. О! Сейчас. Сейчас. Так, лишь бы получилось. Вот. Свободная касса. Для счета Чейна, разумеется. Ну, держись. Ну, пережить-то он, может, переживет. Но главное, что это сделал. Чувак, не будь Димой, ради бога. Дима, не обижайся.
Ну все, тайм закончился. О, Сангуже, и надо было видеть. Ах, поздно. Так, ну и кому? Ну и зачем пополнять ТП? А, ну и надо, кстати, да. Первостепенно. Он же ударил недавно. 152, много потом, 130. Я, кстати, начинаю понимать, почему. Но с другой стороны, я не понимаю. Так, кому там надо? Таю, да? 8 ТП. В критические дни. Я готов. Чувак, встречай меня. Что? А, мне показалось, что он Сангуджи на Канона поменял. Типа, Канон на воротах будет. А там всего лишь батька Рококо. Батько Рококо, ты мой друг. Но как вдруг. Да. Ярость — это замечательно. Хорошая вещь. Если умеешь ей пользоваться. А если не умеешь, то так себе. Особенно в онлайне. Я всегда, когда счастлив, несу всякий бред. Не обращайте внимания. Ну, какое-то время можете не обращать, потом я вас заставлю обратить на это внимание. Так, ну ладно. А. Че, неужели реально? Канон на воротах будет. Я сейчас со стула упаду, если это так. Ну и чё? Фига. Я не такую, кстати, ловушку планировал устроить. Но тоже сойдет. О, Диастру откинули. Зашибись. Живем. Так, нет же. Это Энда. Наш родненький Энда. Ну, привет. Hello there. Я, видимо, какую-то замену мимо ушей пропустил, я не знаю. Так, ну что? Давайте посмотрим. А может, остановит. А может и нет. Занарк будет... Занарк рожден только с одной целью. Пугать всех своим присутствием. Вы же понимаете... Блин, Хирота! Одна секунда осталась. Доли секунды, Хирота. Что ты сделал? Хирота, ты дурачок? Да руку бога бы использовал. Ну чё ты? Ну как не родной. Ну реально, дурачок какой-то. О, это мне спасибо. Я всегда ценил вашу доброту, ребят. А сейчас особенно. Шо он? Конечная цель всегда одна. Товарищ Занарк, ваш выход. Воу-воу-воу, игра, полегче. И тут подлянка, да. Та это не ушел далеко.
Не поминайте его лихом. Ну, чувак, это не интересно. 100 очков! Вау, вау! Спасибо подписчикам, конечно. Всем пока.